Япония бесплатно предоставит Молдове медикамент против гриппа, который сейчас тестируют для лечения COVID-19. Как сообщает Министерство иностранных дел и евроинтеграции, гуманитарная помощь поступит в инфекционную больницу Тома Чорба. Речь идет о препарате Авиган, который производит японская фармацевтическая компания. Когда он вступит в Молдову, пока неизвестно. Его также получат еще 20 стран, среди которых Болгария, Эстония, Грузия, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты. Общая стоимость безвозмездной помощи для всех стран – $1 000 000.